Значит, учим китайский с Андрюхой. Андрюха, подожди, подожди. Да. Это Андрюха, он со Львова, он жонглер у нас работает. Значит, бухао, это будет плохо. Бухао, это плохо, по-китайски. Да. Бухао. Очень бухао. Да. Бухао, да. Хао, это хорошо, а вот как ты говоришь по-филиппински? Вот на филиппинском языке привет будет мабухай. Мабухай. В общем, все туда же. Бухао, мабухай. 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 А еще ты говорил? Добрый день, да? Да. Маганда умага. Маганда умага. И еще не так все делают. Маганда умага. Это филиппинцы, да? Это филиппинцы, да. Мы, кстати, в метро уже пришли. И что-то цены меня не радуют. Вот тут шмотки есть. Так, ну вот американское пиво. Бадвайзер. 600 миллилитров. У нас стоит... Не очень уверен, что оно американское. Ну, допустим. Американский бренд. Значит, 12 бутылок по 0,6 стоит где-то $11. Так, алкогольный. Чивас 0,7 стоит почти $500. $1 это 6 юаней. Чивас 1.5 литра стоит 510. Ага, это 12-летний, это был 18-летний. Белентайнс. 0,7, 128, это 20 с лишним баков. Джим Бим 198, это 30 с лишним баков. Водка Абсолют 20 бачей. Бейлис 21 бакс. Видишь, палка колбасы непонятно какой, $3. Вообще в целом, а это сколько? 27 юаней килограмм. Это КГ 27 юаней? Да. Это $4.5 килограмм. Вот тут, короче, есть такая колбаска. За $2 200 грамм. У нас, кстати, хамончик есть. 100 грамм за $5. Колбаски. Ну, в общем-то, дороговато, если честно, колбаски. Колбаски очень дорого, но я взял филешку, вот филе вот столько же, сколько у нас стоит, $2-3 500 грамм, по-моему, так же у нас, или у нас килограмм стоит $2-3. Молоко, млеко, $2, молоко китайское или немецкое, почти $2, $3, разберемся еще раз про молоко. Значит, пишут якобы, что оно из Австралии, из Германии. В основном я вижу из Германии, да? Наберем, смотрим на сроки. И офигеваем. Оно сделано, наполненная упаковка в июне 2015 года. Годно, ровно год. Представляете, какое качество молока? Потрясающе. Андрюха, что ты там смотришь? Я нашел жаб, обычный жаб. Ё-моё. Только большие. Капец, она его шмоть может выкинуть? Наверное, вот это черепа. Черепа, ребят, не заверили. Не надо обычный чувачок. Малюцкий. Идем с Андрюхой на кассу. Значит, по метро походили, цены посмотрели, в целом разочарованы, потому что все дороже, чем в Украине. Украина по продуктам дешевле, чем в Китае. Вы вообще себе это представляете? Отдаете отчет? Вы отчет себе отдаете, что Украина самая дешевая страна теперь по продуктам? Молоко по $2-3,
Оно держит год. Срок годности год. Представляете, какое качество молока? В целом колбас мало, мясо есть. Это всякая кухонная принадлежность. Страна, наверное, сидит больше всего на морепродуктах и овощах. И макаронах у них. Есть макароны там своего собственного производства, я не знаю, ну, своей фирмы там, своего типа. Не знаю, как они сделаны. Но, в общем-то, реально все в два, иногда и в три раза дороже, чем в Украине.